которых мы не успели позаботиться заранее. Докторлар чаре оламадыгында, япачак башка бир шей олмадыгын түшүндүк. Когда врачи объявили, что не могут нам помочь, мы подумали, что выхода нет. Aslında hastalıklardan korunmanın büyük ölçüde kendi ellerimizde olduğunu, olduğundan habersizdik. На самом деле, мы даже не знали, что именно от нас самих, от наших действий может зависеть большая часть профилактики заболеваний. Kendim de tip 1 diyabet hastası olduğum halde yakın zamana kadar sağlık konusuyla yakından ilgilenmedim. Несмотря на то, что у меня у самого сахарный диабет первого типа, до недавнего времени я не занимался серьезно своим здоровьем. Ne zaman ki oğlumuz 3 yaşındayken lösemi hastalığına yakalandı, işte ancak o zaman sağlık konusu yaşamımızın merkezine yerleşti. Когда же нашему трехлетнему сыну поставили диагноз лейкемия, тема здоровья стала центром нашей семьи. Kemoterapi ilaçları oğlumuzun karaciğer enzimlerini normali 43 kat üstüne çıkardığında ise ailecek kırmızı alarma geçti. Использование химиотерапии повысило энзимы печени у ребенка в 43 раза, и для нас это было сигналом тревоги. Aralık ayı başlarında doktorumuz karaciğer transplantasyonuna hazır olmamızı söyledi. В начале декабря врачи сказали, что нужно готовиться к пересадке печени. Şanslıydık ki birkaç gün öncesinde daha sonra sponsorum olan ve her zaman çok desteğini gördüğümüz Doktor Elmira İnan ile tanışmıştık ve o da bize Vision ürünlerinin Turgay'ın karaciğeri için çare olacağını söylemişti. Но нам повезло, так как за пару дней до этого мы познакомились с человеком, доктором Эльмирой Инал, которая впоследствии стала нашим спонсором, и она сказала, что с продукцией Vision можно помочь печени ребенка. Çaresiz kalmamış olsaydık, doktorumuzun tavsiye etmediği bir ürünü denemezdik. Если бы не наше безвыходное положение, мы, наверное, так бы и не решились попробовать эти продукты, которые наш лечащий врач нам противопоказал. Ancak iyi ki denedik. Но слава Богу, что мы все-таки попробовали. Çünkü yüreğimizi ağzımıza getiren karaciğer transplantasyonu problemi bu sayede inanamadığımız kadar kısa bir sürede gündemimizden çıktı. Благодаря этому, за невероятно короткий срок показатели улучшились и необходимость в пересадке печени не осталась. Лёсеми çok ciddi bir hastalık. Лейкемия очень серьезное заболевание. Çok ciddi bir hastalık olduğu için oğlumuz Turgay'ın tahlillerini sıkça yaptırmak durumundayız. И в связи с этим мы вынуждены очень серьезно подходить к анализам. Dolayısıyla kullandığımız Vision ürünlerinin etkilerini çok açık bir şekilde izleyebildik. И по анализам нам было очень легко просмотреть все положительные результаты продукта Vision. 8 Aralık tarihinde yaptırmış olduğumuz tahlilde Turgay'ın karaciğer enzimlerinden ALT 853 iken bu tarihten 11 gün sonra 64'e iniverdi. 8 декабря до начала использования продукции показания энзимов печени достигли отметки 853 и спустя всего лишь 11 дней упали до отметки 64. Her şey hemen hallolmadı. Все это произошло не в одну ночь. Ama adım adım Turgay'ın karaciğeri normale döndü. Но шаг за шагом печень ребенка пришла в норму. Özellikle son 5 ayda yaptırdığımız tahliller Turgay'ın karaciğerinin tümüyle sağlıklı olduğunu gösteriyor. Особенно результаты предыдущих 5 месяцев показали, что печень ребенка совершенно здорова. Kemoterapi ilaçları kanser tedavisinde kullanılan çok çok güçlü sistemik zehirler. Химиотерапия – очень сильный систематический яд, используемый для лечения раковых заболеваний. Кемотерапия ilaçları kansere etkili olsa da, Turgay örneğinde olduğu gibi hastanın organlarını iflas noktasına getirebiliyor. И пусть она бывает очень эффективной и действенной в лечении подобных заболеваний, также она может уничтожать органы изнутри, как это произошло в нашем случае. Biz Vision ürünleri kullanarak Turgay'ın karaciğerini kurtarmakla kalmadık. Onu kemoterapinin yan etkilerinden de koruyabildik. Использовав продукты Vision, мы не только смогли спасти печень ребенка, но и предотвратили все возможные побочные явления. Sağlığımız en değerli hazinemiz. Я знаю, что наше здоровье – это наше сокровище. Sağlığın ne kadar değerli olduğu maalesef yalnızca kaybedildiği zaman anlaşılıyor. И, к сожалению, ценность здоровья мы понимаем лишь только тогда, когда его теряем. Biz bugün kendimizi sağlığın değerini ve
ve ne yapmak gerektiğini bilen şanslı insanlar olarak görüyoruz. Сегодня мы считаем себя счастливыми людьми, знающими цену здоровья и что делать для того, чтобы его сохранить. Sadece sağlığımızı kazanmakla kalmadık. Zaman içinde Vision aynı zamanda bir gelir kaynağı haline de geldi. Ek bir gelir kaynağı olması için. Приобретение только здоровья, со временем Vision совершенно неожиданно стал для нас источником дополнительного дохода. Ailemizde 11 kişi düzenli olarak Vision ürünleri kullanıyor ve hepimiz olumlu etkilerini ailece görmüş durumdayız. На сегодняшний день все 11 человек нашей большой семьи регулярно употребляют продукты Vision, и каждый из них получил свой результат. Ben burada huzurunuzda bütün Vision ailesine ve özellikle de Doktor Elmira İnan ve her şeyden önce bu ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan Dimitri Büryak'a çok teşekkür etmek istiyorum. Стоя здесь перед вами, мы хотим поблагодарить всю семью Vision. Человека, который познакомил нас с Vision, это доктор Эльмира Инал. И человека, который подарил эту продукцию всем людям, уважаемый Дмитрий Аркадьевич Бекл. Великий Васильевич, спасибо, что вы были. Дорогие друзья, позвольте вас немного прервать. Мустафа, добрый день. Я приветствую вас из Турции, из города Стамбул, где я сейчас нахожусь. И должна сказать зрителям, многочисленным гостям Миллениума о том, что сейчас я приехала сюда для того, чтобы познакомиться со мной и рассказать вам о том, каким же замечательным ребенком является сын Мустафы. Я думаю, что он сам представит и свою семью, и расскажет о том, чем он увлекается, о чем он мечтает, чего он ждет, и как сильно он любит своего папу. Расскажи нам, какие у тебя самые любимые игрушки? Консангинс, мамина. Отец Консангинс. Кемер Баттенбург. Лимзе Консангинс, Консангинс. Олга. Ты Консангинс, я Консангинс. Мамина, Абитки. Расскажи нам про свой пиратский корабль. Я сумела бог понять. Yelkenlere gemi batmasın diye. Bu yelkenlerde... Turgay, ну вот расскажи, кем бы тебе хотелось бы быть в будущем? Лимзе Казан. Лимзе Казан Как зовут твоего папу? Мустафа Рейхман.
Вот скажи, если тебе бы было необходимо передать привет своему папе, как бы ты это сделал? Ну смотри, у нас сейчас здесь есть камера, есть микрофон. Расскажи папе о том, как ты его любишь. Спасибо, что вы есть.